Ого, ребята, и опять Майкл Джексон здесь. Да что ж такое? Туду, так, половину зомби, ребят, мы с вами уничтожили. Но вторая половина, дорогие друзья, все равно пытаются захватить, ребятки, мой дом. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в эту замечательную игру, которая называется «Растения против зомби». Так, ребятки, ну что ж, в прошлый раз зомби к нам все-таки пробрались домой, дорогие друзья. И вон Майкл Джексон зомби уже, ребятки, танцует. Конечно, это все прикольно, это все очень хорошо, дорогие друзья. Но я вам хочу сказать, что очень сложно, ребята. Надо, давайте вот так вот, наверное, возьмем. Это будет самый оптимальный, ребятки, вариант для нас, потому что, ну, ничего не сделаешь. Так, ну что ж, ребятки, давайте погнали. Будем как-то понемножку, ребятки, распространять наши эти, потому что в прошлый раз мы, ребятки, споровички бесплатные не брали. И это, конечно же, ребятки, зря, потому что бесплатный споровичок — это очень прикольная тема. Он защищает нас, он дает нам не только преимущество в том, что на него не надо, ребятки, тратить солнышки, но и он дает нам преимущество в том, что зомби не так быстро, ребята, придут на наши, ребятки, на наш дом, да. Мозги. Так, давайте начнем, ребятки, собственно, в него стрелять. Сейчас нам уже подсолнышек родит второе солнышко. И теперь мы сможем посадить уже два подсолнышка. Это уже намного, ребятки, лучше. Так, здесь мы посадим тоже вот такую штучку. Пускай потихонечку стреляет в зомбика. А тем не менее, тем временем мы будем собирать с вами... Ох, он съел моего споровичка, ребята, вы видели. Зомби съел моего споровичка. Это, конечно, никуда не годится. Я не люблю, когда на мое хозяйство, ребятки, кто-то ложит свои зубы и хочет таким образом, ребятки, его съесть. Так, для начала, ребят, нам нужно обложить, ребятки, оборону. Оборона у нас будет состоять, ребят, из вот таких вот штук. Так, давайте поставим сюда стрелялку. Вот такую, пускай стреляет потихонечку. Так, пускай стреляет в этого нехорошего, ребятки, зомбика. А тем временем, ребятки, мы будем дальше продолжать сажать наших... Так, давайте поставим еще одного споровичка, чтобы наверняка уже убить этого нехорошего зомби. Вы видели, он начал хавать споровичка, ребятки, и умер же сразу же. Так, здесь мы, ребятки, поставим орешек. Здесь мы сразу же, ребятки, покупаем новый подсолнышек. И у нас уже, ребятки... О, Майкл Джексон пришел! Да что же делать, ребята, давайте как-то его уничтожать будем. Нам надо срочно на него найти управу, ребятки. Потому что Майкл Джексон, ребята, не шутит, я вам хочу сказать. Это довольно-таки серьезный чувак, ребята, потому что он в действительности может нас всех уничтожить. Так, ну что ж, давайте посадим новые, ребятки, подсолнух. Давайте посадим новые, ребята, растения. Ого, ребята, посмотрите, идут растения, и они, ребятки, пытаются нам что-то станцевать. Так, дорогие друзья, давайте сюда споровичок поставим, пускай стреляет. Так, наверное, задержим их с помощью орешка, дорогие друзья. Так, здесь я вообще, наверное, поставлю, ребятки, бомбу. Пускай подорвется там какой-то зомбик, потому что они мне в действительности очень уже надоели, эти зомбики. И их довольно-таки очень много. А Майкл Джексон, вы видели, ребята, пришел. Откуда он взялся-то? Я и не думал, что он будет в этой серии. Но он все-таки, ребятки, пришел. Ну и тем не менее, ребят, мы продолжаем нашу замечательную игрушку. И продолжаем стрелять. Так, зомбик там сейчас подорвется, это просто отлично, ребятки. Так, здесь мы уже поставить можем, ребятки, горохострел, который будет потихонечку стрелять. И вместе с горохострелом можно, ребятки, поставить здесь вот такую вот, наверное, штучку. Так, здесь мы будем собирать подсолнухи и еще с одним... О, последняя волна, ребятки. О, Майкл Джексон идет, ребята, пускай хавает. Так, давайте им позатыкаем рты. Идут, 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 ребятки, идут. Да что ж ты будешь делать, а? Пока они придут, дорогие друзья, у них уже взорвется бомба здесь у меня. Взорвется для них. Есть прикольная бомба, которая, собственно, и разорвет их всех здесь. Так, солнышки мы собираем. Это очень замечательно, дорогие друзья. Кого нам еще не хватает, ребята? Не хватает нам вот такой штучки, которая будет стрелять. Так, там стреляют у нас, ребята, но я не уверен, что до конца достреляют, ребятки, потому что надо поставить орешек. Все. Теперь, я думаю, его, этого зомбика, точно уничтожат. Так, сюда поставим вот такую штучку. Майкл Джексон опять танцует, ребята. Да что же это такое? Нехороший Майкл Джексон пришел к нам, ребята. Опять к нам пришел. Да что ж ты будешь делать, а?
Ребята, посмотрите, Майкла Джексона идут на мое это, на мой дом. Зомби Майкла Джексона идут. Да что ж ты будешь делать? Давайте быстрее подорвем их с помощью вишенки. О, отличненько, дорогие друзья. Все, Майкла Джексона мы убили. И всех зомбиков, которые танцевали вместе с ним, тоже. И прошли этот уровень. Отличненько, дорогие друзья. И подняли с вами какую-то крутую-крутую штуку. А что она означает, дорогие друзья? Давайте, собственно, с вами сейчас и посмотрим. Это гриб судьбы, дорогие друзья. Уничтожает зомби в большом раудиусе, но оставляет после себя кратер. Ага, понял, хорошо. Все, я понял. Он оставляет после себя кратер, дорогие друзья, на котором мы уже не сможем, наверное, ничего практически сделать, ребятки. Да-да-да. Так, берем бесплатный споровичок. И берем вот такой вот, наверное, споровичок. И в прошлый раз мы брали бомбу, а в этот раз мы... Давайте возьмем огромную бомбу, которая оставляет после себя кратер. Так, пожиратель могил надо было еще, конечно же, взять, дорогие друзья. Потому что пожиратели не ждут, ребята. И... Ой, зомбики не ждут, дорогие друзья. И могут в любое время... вылупиться из этих нехороших могил, ребятки, и напасть на нас, собственно. Так что давайте ставить по всем периметрам, ребятки, пока бесплатные эти штучки нам дают. И не будем тратить... Пока что мы не будем тратить с вами... Так, пускай тут стоит. Нам нужно подсолнышки, ребята. Нам не нужно тратить деньги сейчас на стрельбу. Нам самое главное, ребятки, сейчас подсолнухи, для того, чтобы они вырабатывали специальную такую штуку, которая называется солнышко. Для того, чтобы мы смогли купить... второй подсолнух, и таким образом насажаем сейчас кучу-кучу, ребятки, подсолнышков, и сможем, наверное, победить этих злых зомби, которые идут, ребятки, на мой дом. Так, давайте будем вот тут вот ставить споровички бесплатные, которые нам раздают, ребятки, и таким образом потихонечку будем проходить эту замечательную игрушку. Так, ну что ж, ой-ой-ой, моего споровичка, ребятки, уже пытаются съесть, вы видели? Так, там споровичок стреляет, мы сейчас второго споровичка туда ставим, это просто отлично, получаем еще одно солнышко, садим еще одного, ребятки, подсолнуха, у нас уже три подсолнуха, ребятки, посажены, это просто очень круто. Так, так, пока здесь зомби придержим, отлично, здесь забрали, все, ребятки, у нас уже четыре подсолнуха, вы представляете, как это круто. Так, давайте поставим здесь вот таких три споровичка, пускай убивают. У нас лопата есть, мы можем выкапывать их в любое время. Это просто тоже замечательно, дорогие друзья. Так, ребятки, ну что ж, у нас уже есть 5 штучек этих, 5 штучек этих, скажите мне, подсолнухов, которые вырабатывают солнышки, дорогие друзья. Все, теперь мы за эти солнышки можем покупать много всего разного, дорогие друзья. Так, все, здесь отлично, здесь мы можем поставить уже вот такую штуку, которая будет стрелять в зомбика, и она его, ребятки, наверняка... убьет, я уверен в этом. Так, здесь тоже можем поставить. И здесь, наверное, ребятки, вот здесь вот давайте поставим. Пускай потихонечку убивается этот зомбяк. Потому что он нам, в принципе, не нужен абсолютно. Все, ребятки, я думаю, солнышек нам вполне хватает. Давайте по всем периметрам поставим такие штуки, которые стреляют, ребятки. И посмотрим, ребятки, что из этого всего у нас получится добыть. Так, отлично, 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 все просто супер. Так, получаем еще одно солнышко, садим подсолнух. Итак, ребятки, ну что ж, подсолнухов мы с вами насажали очень много, и это довольно нас радует, потому что мы теперь выстраиваем свою оборону, ребятки. Посмотрите, оборону мы выстраиваем очень крутую. Так, 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 ребята, давайте вот здесь вот этого поставим. И где же поставить орешек? Да пускай будет здесь пока что. Так, споровичок пускай бесплатный тоже будет здесь, ребятки. Давайте этот выкопаем, этот здесь. Этот тоже выкопаем, дорогие друзья. Давайте и поставим сюда, наверное, вот этого. Потому что сейчас или Майкл Джексон придет, или еще кто-то. Вот у меня плохое предчувствие. А вон они, ребятки, идут уже, эти зомбики нехорошие. Один идет с флагом, дорогие друзья. А эти идут нашествие, их идет огромное нашествие, ребятки. Так, ну что ж, ребятки, пришло время, наверное, использовать бомбу. Или давайте на второй волне используем, или на этой. Так, ну что ж, давайте, погнали. Ого, ребята, половину зомби уничтожили. Круто, вы видели? Вот это прикольно. Так, круто. А вон опять с дверью идет этот чувачок, дорогие друзья. Я рекомендую поставить... А, ничего мы туда не поставим. Я рекомендую, ребята, выкопать вот эту штуку и поставить сюда орех. И пока орех, он будет хавать, мы его потихонечку замочим. Таким образом, ребятки... Мы его убьем. Даже можно выкопать одну эту и посадить сюда эту. Или вторую даже выкопать. И посадить туда, ребятки, вместо этой штуки посадить туда вот этого. Все.
Отлично, ребятки. Теперь он быстрее убился в 100 раз. Так, зомбики. Зомби пришли. Я-то вижу, что зомби, ребятки, пришли. Я-то вижу, что вы пришли, но вы мне здесь не нужны. Ого, ребята, посмотрите, я не успеваю. Он начинает хавать всех моих этих. Он начинает хавать всех моих этих, ребятки. Вай-вай-вай-вай-вай. Да что ж ты будешь делать, ребята? Давайте выкопаем, наверное, вот эту штуку и посадим вот эту, пускай потихонечку стреляет, потому что у нас уже всего куча. Кстати, бомбу, наверное, взорвем. Ох, отлично, ребятки, бомбочка у нас взорвалась. О, еще давайте одну бомбу взорвем, ребята. Ого, ребята, смерть, вы видели? Вот это да, вот эта куча подорвалась. Реально очень большая, ребятки, куча зомби взорвалась только что. Так, ну у нас все здесь, ребятки, вроде бы все на своих, дорогие друзья, местах. Мы с вами полностью в плюсах, мы с вами, ребятки, полностью пока что выигрываем. Так что все пока что у нас супер, настроение отличное, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Опять пришел Майкл Джексон, ребята. Посмотрите, вот он танцует, вот он опять идет на наш дом. Вай-вай-вай, нет-нет, Майкл Джексон, я тебе не дам пройти. Посмотрите, ребята, вон он зомби, он проснулся и идет на нас. Нам что нужно сделать, ребята, поставить бомбу и тут уничтожить всех. Отличненько, дорогие друзья. Еще одна волна приближается. Да что ж ты будешь делать, а сколько же вас волн будет идти на мое болото? Последняя волна. Это мне говорит, что это уже последняя волна, ребята. Ого, ребята, и опять Майкл Джексон здесь. Да что ж такое? Так, половину зомби, ребят, мы с вами уничтожили. Но вторая половина, дорогие друзья, все равно пытаются захватить, ребятки, мой дом. И мы никак не можем от них отбиться, дорогие друзья. Это не есть хорошо. И нам нужно, ребятки, срочно, срочно ждать, пока загрузится вторая бомба, ребятки, которую мы сможем, собственно, с вами установить и подорвать этих злых последних зомби, которые пришли на мой дом. Да что ж такое-то, а? Так, ну что, зомби, хотите получить по заслугам? Получайте. Я практически уже... Вишенка загрузилась. Давайте взорвем вишенку. Бабах. Все, ребятки, отличненько, дорогие друзья. Мы с вами смогли победить эту несчастную толпу зомби, могу даже так сказать, потому что она, ребятки, уже настолько нам надоела, что это просто. И давайте, собственно, поднимем это письмо. Так, и что в этом письме написано, дорогие друзья, давайте будем с вами читать. Вы нашли записку. Здравствуйте, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне ваши зомби. Ребята, зомби мне прислали посылку. Вы представляете? Зомби мне прислали письмо. Они хотят зайти ко мне на мороженое, на ужин. И хотят съесть мои мозги. Это просто кошмар, дорогие друзья. Это просто страшно. Видите, какие там зомбики? И опять там Майкл Джексон танцует. И опять там, ребятки, футболист. И опять там много, короче, всего, ребята. А здесь у нас опять какая-то игра пошла, ребята. Игра какая-то... Смотрите, непонятная немножко игра. Так. Я так понял, ребятки, мне здесь за время надо нажимать такие штуки, которые будут убивать потихоньку этих всех несчастных зомбиков, дорогие друзья. Так, пожиратель могил, пускай, ребятки, будет... Так, этого зомбика пускай, ребята, будет. Так, замедление зомби пускай будет. Так, взрываем зомбика еще раз. Отлично. Так, паровичок. Отлично. Так, сюда. Отлично. Так, ребята, мы заработали какой-то кристалл с вами. Так, здесь что у нас, дорогие друзья? Здесь у нас вот этого штука. Дух, отлично. Просто супер. Так, сюда этого поставим. Так, здесь заморозка, дорогие друзья. Отлично. Посмотрите. Играется, ребята, все отлично, все, в принципе, играбельно и все довольно-таки, ребятки, на высшем уровне, я хочу вам сказать. Отличненько, ребята, там мы взорвали. Так, здесь давайте поставим такую штуку, плюс такую штуку, ребятки. Так, а здесь мы ничего не можем сделать, придется ждать сюда вот этого, ребята. Пускай взорвется, ого, сколько взорвали, вы видели, ребята? Вон футболисты, ребята, бегут. Посмотрите на этих футболистов. Несчастных, ребята, которые пытаются пробежать, но мы им не даем. Так, пожиратель могил. Съедай могилу. Отличненько. Так, еще один пожиратель могил. Отлично.
О, еще пожиратель могил, да сколько от вас. Футболист сейчас съест гриб и побежит назад, ребята, прикольно, да? И тут также сейчас будет практически, я так думаю, дорогие друзья. Смерть. Все, приближается большая волна зомби, предупреждают меня, дорогие друзья. Так что надо готовиться, ребятки. Ну что ж, оборона, в принципе, у меня, ребятки, готова. Будем потихонечку готовиться. Так, а где же поставить бомбу? Ого, ребята, вы видели? Давайте заморозим зомбиков и съедим могилу еще одну. Так, отличненько, ребята, могилу мы съели. И мы сюда поставим сейчас бомбу. Все, зомбикам смерть, ребята. Вы видели, сколько зомбиков погибло? Это просто круто, это просто замечательно. Это просто нереально. Так, круто, 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 круто. Так, здесь, ребятки, давайте также съедим этого чувачка. Отлично, дорогие друзья, просто супер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать, а? Вау, круто. Подорвали мы, подорвали. Так, встречаем новых зомбиков, ребятки. Мы их, конечно же, с удовольствием, дорогие друзья, ждем. Так, и надеемся на плодотворное, ребятки, сотрудничество с их стороны, что они больше к нам уже приставать не будут. Хотя они такие злые, ребята, что никогда не слушаются и практически всегда приходят на наш, ребята, дом напасть. Так что, ребятки, тут о чем-то говорить очень довольно-таки сложно, ребят. Вот, что я, в принципе, хотел вам сказать. Отлично, ребята, зомбикам смерть. Посмотрите уже, сколько ям я оставил после этих всех, короче, зомбиков, ребятки. Мозги. Так, мозги, давайте мне бомбу какую-то надо. Что вы даете мне? Один непонятный штук. Вау, ребята, нашествие зомби, опять они идут. Опять много зомби сразу идет. Так, пожиратель могил, пожирай могилы побыстрее. Опять Майкл Джексон пришел, ребята, вон он танцует, вы видите? Ну, сейчас мы его убьем. Так, отличненько, все, ребятки, мы его убили, теперь его точно не должно быть, ребята. Так, это просто замечательно. Так, здесь мы пожираем могилу, ребята, а здесь мы поставим грибок и... Бабах, ребята, отличненько, просто супер. Вы видели, скольких зомби мы, ребятки, убили? Опять бегут, да что ж ты будешь делать, а? Откуда вы просто беретесь? Мне просто интересно, ребята, откуда вы беретесь эти нехорошие зомбики? О, съел самого себя, вы видели? Зомби-зомби съел, ребята, это же просто круто. Так, пожиратель могил, давай, давай, жри могилу. Мне очень нравится пожиратель могил, ребят. Съедает могилу полностью и не оставляет от нее ни следа. Все, ребята, ха-ха-ха, приближается большая волна зомби. Я думал, я уже прошел игру, ребята. Оказывается, зомби все-таки еще идут на мое болото. Ой, болото, на мой дом. Я уже переиграл в охоту на болото, дорогие друзья. И домом уже называю свою... свой дом болотом называю. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте здесь поставим грибок, пускай они наслаждаются им. Так, опять где-то там Майкл Джексон, ребятки, идет. Я слышу просто по музыке, что там уже пошли танцы, ребятки. Так, 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 так. Ребята, нечем стрелять, дайте, пожалуйста, бомбу. Бабах! Отлично, дорогие друзья, вы видели, какая мгновенная карма для них. Опять кто-то там танцует, кто-то пытается, ребятки, прийти ко мне. Бабах! Отличненько, дорогие друзья, мы с вами прошли этот уровень и получили, короче, какую-то такую штуку непонятную. Я даже не знаю, что это такое. 25 солнышек стоит. Лист кувшинки позволяет сажать наводные растения на воде. О, ребята, утро! Наконец-то утро пришло! Вот это да! Я так ждал утра. Похоже, зомби перестали атаковать твой передний двор. Продолжи, теперь они лезут на задний. И к тому же ты можешь использовать грибы, потому что они спят днем. Вот бездельники. Отличненько, дорогие друзья, просто круто. Посмотрите, зомбики опять со второго двора пытаются напасть на мое жилище, на мой дом, дорогие друзья. У меня сзади уже бассейн, видите, ребята, зомби построили себе такие лестнички и пытаются на нас, ребятки, напасть. Посмотрите, какой зомби с уткой. Наверное, это тот, что умеет плавать. Так, ну в общем, дорогие друзья, этот эпизод подошел к концу, дорогие друзья. Вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра.
Обязательно подпишитесь на мой канал, дорогие друзья. Поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий, дорогие друзья. Также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новости на моем канале. А я вас всех люблю, дорогие подписчики. Пока-пока.